Итак, здорово, пацанючек, с тобой я Кирилл, и я продолжаю прохождение Resident Evil 4. У нас уже 15-я серия, второй сезон. Да, двигаемся мы вперед, вот так двигаемся, вот так прям, вот так берем, прям и двигаемся. Доходим до истины, все там перелопачиваем и все такое. И прежде чем мы сейчас начнем все это делать, там, в общем, двигаться, продвигаться вперед, я спою небольшую песенку. Небольшую песенку о войне, о военных, ну, песенку военных корреспондентов. Ну, а потом, собственно говоря, перейдем непосредственно к самой Resident Evil 4, к сериалу. Ну что ж, пацанючек, ты слушай. Вот скоро будет очередное сохранение, а я сейчас буду до него добегать. И заодно вставим этот камень, жертвенный камень льва. В общем, слушай. От Москвы до Бреста нет другого места, где бы ни скитались мы в пыли, с лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без хлопка, товарищ, песню не заваришь, так давай за дружеским столом. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. А выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы успевали раньше всех. А ветров и стужи, ведь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. Хоть бы поночуйте, наших покачуйте, хоть бы повоюйте, хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. И на М-ке драной мы с одним наканом первыми въезжали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь понятнее, чем мой. Ладно, шучу. Кто-нибудь понятнее, дальше я не знаю, пацанючек, поскольку я учил эту песню. Там, в общем, не записался в конец. В конец не записался, а так все нормально. Песня довольно такая нетрудно учится, про войну такая очень хорошая. Ты скажешь, что ты за бред поешь? Это не бред, идиот, это про войну. Где наши воевали? Вот 9 мая будет. Я прям при всех вас, когда мы пойдем на 9 мая, там куда-нибудь на площадь Ленина там будем, на салют, там все такое, я прям перед вами эту песню и спою. Что такого? Хорошая песня, чё? Ну так, ладно, не будем отвлекаться от темы. В общем, спел такую небольшую песенку, такая она охренительная и все такое. Так, тут мы... Так, ну и перейдем непосредственно к сюжету. Так, в прошлой части мы нашли жертвенный камень, чтобы пробраться к мымошке. Перебили двух этих... Донов Сальвадоров, так, потом покатались на вагонетках и с музыкой МК Асилию мы прошли. Сейчас, в данный момент, когда я записываю это прохождение, похолодало сильно, поэтому я опять в пиджачке, собственно говоря, как и задумано. Ну, вот такие вот дела. Тут у нас мошка стоит, ну, в общем, Салазар. И так просто не дадут пройти по этому мосту. Активировался Салазарчик мошечка. И нужно, собственно говоря, обратно поднять эти, в общем, эти платформы, как и в серии номер 3 во втором сезоне. Чтобы это сделать, нужно нажать на определенные рычаги, и мы это сделаем. И убить совершенно определенных дебилов, которые потом лишаются, как идиоты. Вот так вот раз, их на. И с одним наканом первыми езжали в города, сука, изнасилую тебя. Возьмем, и все. Вот он, смотри, это фашист, это немец, надо убить. Кстати, у нас же есть патрончики от пистолета. Да, вот так берем, перезаряжаем. Так, сейчас сделаю одну небольшую тупость. Я забыл засечь секундомер. Ну, ладно, сейчас поставлю на паузу и засеку. Ну, минуты 3-4, думаю, уже прошло. Так что... это что за бред? Я уж испугался, думал, у меня глюк. Я сейчас включил телефон, пацанючек, и у меня резко, в общем, на экране красный цвет прям. Я думал, это у меня этот залагнул телефон. Охренеть, да?
Ну ладно, неважно, засекаем. В общем, минута 4-5 уже прошло. Ну, минута 4 где-то точно прошло. Все, и начинаем. Как всегда, по 20 минут. Опять лошок. И вот так берет прям. Но... Да, господи, сколько ты можешь жить-то? Мне надоело. О, молодец, спасибо. Вот и падает. Мы их все собьем. Давай, сбивайся. Идиот. Давай уже, блин. Закончились патроны. Жалко, конечно, но тем не менее. Подыхайте вы все уже, задолбали потом. И ты подыхай, давай. Сейчас буду двигаться. Давай, вдыхай, я сказал. Ах ты. Иди в укрытие. Ладно, все нормально. Все нормусь, как говорится. Сейчас мы по этой пойдем. В общем, надо активировать два каких-то рычага. Давай, бей, косой. Косолалка. Ну ладно, все. У меня тут небольшая плохая новость. У меня осталась всего лишь одна аптечка. Это краник. Вот и падает туда, молодец, спасибо. Ну ты нам, конечно, помог, чувак. Так а ты чего? Давай, иди отсюда, как говорится. Подсобим. Так, надо сейчас, значит, спуститься вниз. Сейчас отпускаемся вниз, активируем рычаг. О, патрончики к дробовичку, ну отлично. Так, вот, мы подняли первую платформу, открылась эта решетка. Ё-моё, ну блин, ребята, вы меня бесите. Так вот делаем просто. И прям оптом всех нахрен. Молодцы, ребята. Один даже до сих пор. До сих пор ему понравилась зеленая граната, он хочет еще раз проверить ее действие на себе. Но мы ему сделаем чуть похуже. Патрончики нам мы добыли. Так, первым мы активировали, теперь на верхних этажах. Потихонечку наполняются у нас патрончики. Мы идем вверх нафиг и мочим кровососов этих. Красных кровососов, все такое. Поднимаемся по платформе вверх и начинаем действовать. Ах ты, кто стреляет? Сейчас будем это мы. А, у нас две аптечки, нет. А кто стреляет-то, я не пойму. А, вот. Ты, урод, стреляешь. Погоди, о чем? Как что мне делать? Ты что, застрял, что ли? А, тут, наверное, знаешь, как надо, наверное. А, ну вот он поднимается вниз, да, потом вверх, смотри. Вот, сейчас мы вверх и перепрыгнем. Ты косой. Ах ты. Гаденыш, а. Сволочи. Как они так быстро-то отошли, я не понял, что такое-то. Блин, мне нечем в них стрелять. А
Ах ты сволочь, у меня больше аптечек нет, так что пошел. Ну, главное, смотри, дрыщи, сука, дрыщи. А стреляют эти, блин, свои говном, блин, и отправляют дохренища хп. Когда бил думаю, блин, дебил. Все, падаете, блин. Гады. Заплачу. Не реально, сейчас заплачу, блин, серьезно. Такие вот, блин, гады. Что еще хотят сказать? Все, активировали, теперь самое трудное, убежать от этого тупого ясного мумошки, который хочет нас убить. Ну это фигня, потому что он дебил. Ехать, ну ты лёг просто спортсмен, упал, с такой высоты еще не разбился. Ну молодчик, отвечаю, молодчик. Так, все, теперь доставим джойстик. И бежим нахрен отсюда. Я уже забыл, как управлять. Слышь, так нечестно. А, ну надо было кнопку включить. Ну так точно. Ну ладно, все, теперь я понял как. Все, короче, сейчас бежим. Ну реально джойстику не пьем. Слабо помочать отсюда начинаем. Опять нажимаем 4. Как? Что? 3-4. 5, 6, 7, 8. А, 8 надо было туда нажимать. Ну, короче, перенажмем все кнопки, которые нужны. Вот так вот сейчас сделаем. Я ж нажимаю, что такое-то? Что за бред? Ну, сейчас подожди. Что-то я не понял. Где кнопка 8? Ну, вот смотри, 5, 6... 7-8. Блин, все кнопки подряд нажимать. Я же нажимал все кнопки подряд. Не, что тут не то. Что-то я не пойму. Может надо все-таки это, как его. Без этой херни. Давай попробуем отключить. Ну реально, я что-то нажимаю, все правильно. Вот, R1, L1. L1 влево он наклоняется, R1 вправо. Нажимаю на R1, он сам не хочет уклоняться, это не моя вина, потому что сейчас проигрываю. Вот, я даже вот показываю, вот что, почему. Вот, нажимал, вот что это было. Почему он не хочет уклоняться, что дрыщ, бомж. Да, Лен, ты меня полностью огорчаешь. Моя последняя надежда — это клавиатура. Открывай! Давай, Лимон, беги! Беги, сказал! Тварь! Короче, все. В жопу джойстик, в жопу его вообще. Просто клавиатуру сейчас все это пройду, как говорится, как на изи. Потому что этот джойстик вообще не хочет брать кнопки. Он бред полный. Могу объяснить почему. Потому что я нажимаю на L1, R1, это типа 8 и 9, как там показано. А он ни хрена не срабатывает. Ни хрена. Все, я в жопу. Я буду с клавиатурой. Я с клавиатурой лучше пройду. Просто бежим вот так, да? Все, вот так и надо было сразу делать. Так, брать прям и с клавиатуры. На той джойстик, все. Пинал я его кое-куда, в одно место. Вот так вот берем его, смотри, и выкидываем в окно прям, смотри, вот так. На, все, он полетел в окно. Еще не какой-то тупой джойстик стал. Более все комбинации уже выучил с клавиатуры, нахрена это тупизна тупая. Джойстик будет еще все мозги марать этим джойстиком. Все, короче, идем.
Можете забанить, блядь, сразу нахуй и даже не думать, потому что мне эта параша нахуй не нужна. Потому что... А ты ебанушка! Я всегда говорил и никогда не устану говорить о том, что бесплатные игры в итоге, блядь, если все посчитать, сука, получается, блядь... Я очень зол просто, ну как это так можно? Дороже любых, сука, платных, блядь. Это все равно, что в ПБ играть в этот ебаный, блядь, там за год можно отдать, сука, блядь, квартиру туда, блядь. Хотя... Гандон ебаный, блядь, сука, тварь нахуй, мразь. Толстый мудак, мудливый мудак! Вот он, блин, лох. Я думал, сейчас не попадет уж. Я не ожидал, что он будет стрельнет. Серьезно, просто повезло, блин, то, что я уклонился. Мог бы и не уклониться, нафиг. Может, бы сейчас ржал какой-то, что я не уклонился от такой легкого кута, блин, да? Я знаю, он бы реально бы ржал. Так. Все. У нас хорошая новость. Наконец-то мы убьем этого дебила мумошку. Последний раз он начинает нами говорить. Ну, ладно, предпоследний раз. И мы реально этого дебила убьем. Отомстим ему, как говорится, за Импо Асилиума, то есть за Луиса. Ну, Импо Асилиума, конечно, убил этот Лорд Садер, Хаотикс, но все-таки этот немножко, он же сын этого Хаотикса, правильно? Вот мы будем мстить ему, прям вот так брать будем ему мстить нафиг. За все его проделки. За все его тупые проделки. Ой-ой-ой, пожалуйста, помогите. Помогите. Помогите! Ой, шучу. Все, короче. Эти бочки берем. Что нам сейчас нужно сделать, чтобы у нас эти бочки не попали? Нужно этих двух дебилов убить. Чтобы это сделать немного легче, нужно перезарядить винтовку и нафиг в них стрелять. Блин, почему не попал? Все, попал. Меня закрыло. Как говорится в GTA 3, прощай, Чанки Личонка. Чанки Печонка. Тупой Печонка, блин. Не, ну реально. Блин. О, уже травы. Блин, еще они кидаются. Еще травы добываем. Да, пошли на улицу, уже похолодало. Но, кажется, мне в пиджаке не очень жарко. Перематываем этот бред, потом на... Блин. Ах ты, блин. Хоть мы успели перезарядиться, успели. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет. Кто-нибудь понимает. А, не, помогите, блин. Ты дебил. Так, я начинаю действовать для на жабры. Ай! Ну, СПС, прям. Чёрт. Пожалуй, я возьму. Я тебя бить не буду. Пощажу тебя. Нет, я тебя ни хрена не пощадил. Блин, я не хотел тебя пощадить. Тут какой блюдо стреляет. Да, господи, ну что такое? Кто стреляет? А, нет, откуда тут взялись? Да блин, у меня аптечек нету. Помогите! Кто-нибудь. Ты... Вот какие гниды-то, а. Вот что мне делать? Дайте же мне хоть успеть перезарядить ружье. Черт побери. А то я как бомж. Косой, блин. О,
О, я думал, я в скрипте. Ну что это было? Ну... Ладно, еще последнюю попыточку и... Да и, блин, уйди от меня. Вот. Так, давайте... Давайте, короче, сразу сейчас мочить этих лучников, потому что они меня серьезно бесят, убивать эту гниду. Так, будем сейчас мочить. Да. Сколько же бы я их интересно мочилась, у меня было бы не прокачано представить. Я представляю, как бы это. Блин, почему именно тогда, когда у меня закончились патроны? Да ты-то не мешайся, дебил. Как он попадает? Ты... Вообще дебил, я его урою, я серьезно. Иди сюда. Да как тут мочить? А, вот у меня аптечка есть. Не, ну реально, вообще обнаглели. Чё так сложно? Вот гады, а. Ну ничего, будто на нашей улице праздник. О. Так, берем прям нафиг. А этих дебилов мы... Блин, помогите! Сейчас будут мочить меня. Загораживай меня, блин. О, еще трава. Да вообще, блин, похрен на вас, просто идите вниз, мы харюси, мальчики. Очень плохо сегодня себя вели. Буду вас батька, я ваш батька, буду вас наказывать. За ваши тупые проделки. Я ваш батёк. На. Ну что, мальчики, мои. Иди сюда. И вылетай отсюда. Сейчас он все уже, все причалили. Был такой довольно тяжелый момент, но мы с ним справились. А все почему? Потому что я нормально играю. Так, что мы сейчас, значит, делаем? Тут где-то есть сокровища. А, мы, в общем, сейчас соберем все эти бачата. И в следующей серии уже по Шенди будет уже битва с мымошкой. Да, наконец этот момент настал. Там будем мочиться с этим гадом мымошкой, с этим Салазаром тупым. Наконец-то. Наконец-то этот день настал. Мы до него все-таки дошли. Так, ну вот мы это все-таки активировали. Сейчас осталось еще вот одно сокровище есть. Надо его собрать обязательно. Иначе я буду бомжом. Так, золотой браслет. Так, все, больше тут ничего не надо собирать. Фигня, все. Поехали. Все, наконец-то мы дошли до него. То есть послышим гул этих дебилов. Ну да ладно. Но он, наверное, продавец. И давай что-нибудь у него закупимся. Говорится, го закупимся. Так, возьмем вот это.
Спрей, ну просто расщедрился. Разработчик, ты молодец. Так, продадим давай что-нибудь хорошенькое. Шпинель. Золотой браслет. Ну, корону уже нет смысла, думаю, уже хранить, да, Пашенди? Смысл мне ее уже хранить. Надо, наверное, уже продать надо. Все равно же я все уже пропустил, что мне. Давай продать, продаем. Эти камни тоже, я маску тоже уже давно пропустил. Смысл мне их хранить. Фигня, пошел. Пройду игру, не боись, не ругайся. Так, очень большой. Не, пока не будем на это. Блэктейл. Так, что у нас там? Лекарство, естественно. Как же без него? Куда же без него? А то мы накачаем пистолет, нет. Сейчас нужно в основном нацеливаться на бабочку, потому что бабочкой мы убьем Салазара. Ой, блин. Мишу ГТ этого. Этого, блин. Ну Мишу ГТ этого, блин. Краузера, о, Краузера мы убьем. Все, короче. Выходим, перезаряжаемся. И флаг нам в руки. Все. Ну тоже по Шенди. Вот и наконец этой серии. Это была 15-я серия второго сезона. Ибо, ну, то бишь второй сезон, 15-я серия сериала Resident Evil 4. Надеюсь, тебе понравилось. Если тебе понравилась эта музычка в начале. В ней мы как раз таки попели эту музычку про войну. Мы побегали от каменного мумошки, побегали. Мы пытались его догнать, уклонились от его тупого ножа, который как удар пакетом в прямом смысле. Ну и все такое. В общем, все, на этом все, пацанчик. Удачи тебе и пока. Увидимся в следующей серии. Давай, не грусти.